Так, вот такой вот у нас март. Мать его. Середина уже марта. Прекрасная погода. Веселые коты мартовские. При минус 6. Ну, в общем, романтика. Но коты, кстати, не обращая внимания на мороз, уже бегают, ноют здесь вон второй кот. Так что жизнь продолжается. Но, по крайней мере, солнце светит по-весеннему. Вот. Если не обращать внимания на снег, то все даже очень хорошо. Просто этот мороз и снег сильно мешает, так сказать, планам моим антенного характера. Уж сильно на крышу-то не полезешь из-за этой погодки. Вот так вот нам повезло. Вот мело, получается, вчера целый день такая метель была. Ночью. Сейчас это прекратилось. Но по сути красиво. Так что, ребята, всех с весной. С минус 6 на улице. Всем привет подписчикам. Вот. И всего доброго.